Брак по расчету, алчность Пугачевой выдали с потрохами. Музыкальный критик не верит в искренность звездной семьи. Эксперт в музыке Сергей Соседов когда-то был главным фанатом Аллы Пугачевой. Сейчас от прежней любви не осталось и следа, и он решился раскрыть тайны примадонны. Например, критик рассказал, что брак Пугачевой и Галкина просто грамотный пиар-ход. Причем больше в этих отношениях заинтересована Алла Борисовна, ведь ей нужны деньги мужа. Он становится мужем Пугачевой. У него автоматически повышается концертная ставка, повышается его статус, а она получает деньги. Алла их всегда очень любила. Признался Соседов. Музыкальный эксперт уверен, Галкин и Пугачева проживут вместе до самой смерти. Но о любви в их семье говорить не приходится. Певицей движет только жажда наживы. Какой ей 70 лет мужик? Для чего он ей сдался? В этом возрасте мужик ей нужен, как козе баян. У нее давно климакс, это даже смешно. Алла останется с Максимом до самой смерти, высказывает смелые предположения Сергей Соседов в интервью с собеседником. Критик признался, что даже не надеялся получить приглашение на юбилей артистки, с которым связано столько скандалов. Ведь Примадонна даже не пригласила всех бывших мужей. Не позвала, потому что, видимо, считает это прошлое. Все ушло, все подгорело. Стефанович был на 50-летии у нее, Арбакас тоже. А Киркоров всегда сам придет, его и звать не надо. Ему не нужно приглашение, он и без этого явится. И кто, скажите, его прогонит?